За успехи в спорте и творчестве. 11 юных серпуховичей с особыми возможностями здоровья стали обладателями именной стипендии губернатора Московской области. Дипломы лауреатов им вручила глава Юлия Купецкая. Вы делаете действительно очень сложные, важные вещи. Продолжаете учиться и развиваться. Вам большое спасибо. И вы все большие-большие молодцы. Умнички. И, конечно, мне хотелось бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. И чтобы следующий год у вас был еще лучше, чем 2019. Может быть, у вас еще будут покорены еще новые высоты. Встреча продолжилась в неформальной обстановке. Ребята рассказали о том, чем занимаются и каких успехов достигли. В их активе победы на престижных творческих конкурсах и в серьезных спортивных соревнованиях. Многие получают премию уже не в первый раз. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Вместе с учителем по швейному делу Галиной Михайловной Бакунковой они создают великолепные работы. Это на машинках вышивают? Или ручная, да? Техникой какой? Гладь или крестом? Крестом. И вот эти работы представляют на выставке, то есть и занимают призовые места. Рассказали юные серпуховичи и о том, какие подарки ждут от Деда Мороза в новогоднюю ночь.